Да. Да, сейчас тебе перезвоню, подожди. Привет. Привет. Ты, кстати, классно выглядишь. Спасибо. Слушай, ну а я тебя буквально на 2 секундочки вот, от твоих подруг. Очень некрасиво, да, говорить слушай, одной девушке комплименты, когда я иду с подругой. Подожди, но мне можно, потому что понравился ты. То есть твои подруги здесь ни при чем. Я думаю, у них есть какие-то парни. Подождите 2 секунды, которые говорят им комплименты. Не хочу никого, я замуж 8 лет. Подожди, а я еще ничего не предложил тебе. Даже знакомиться не хочу, не скажу. Стой, я еще ничего не предложил тебе. Как так, когда ты успела замуж быть? Вот так. Тебе на вид лет 20, наверное, 22. Намного больше. А еще прикол, что если бы моя жена не носила кольцо, она в этот день перестала быть моей женой. Почему? Ну вот видишь, слава богу, что я не твоя жена. А, то есть вы спокойно к этому относитесь. Ты это действительно замужем, смотри, да. Мне почти по барабану, просто я как бы сам уже хочу жениться, поэтому стараюсь чужие семьи не рушить, как бы, да. То есть, если там все нормально, если там прям все любовь-морковь, то я думаю, как бы, да и хрен с ним. Ты ответил на свой вопрос по поводу кольца. Ну, ты прикольно выглядишь, кстати, относительно своих подруг вообще. Дайте спасибо. Что-нибудь хорошего пожелать. Пусть тебя с мужем все будет офигенно хорошо. Ну, ты там такая, да. Офигенно пахнущая. Спасибо. Всего хорошего. Сказал бы, вот ты можешь ради меня тоже кое-что сделать? Им я не пойду ничего говорить. А то очень угадали, некрасиво, да? Да. Слушай, но мужчина как бы никому ничем не обязан. Хорошо, я понимаю. Ну, в принципе, как любой человек. Ну, просто это не очень красиво. Слушай, ну, я вообще хам, быдло и рыжий, поэтому мне можно. Как тебя зовут хотя бы? Звали и будут звать? Ну, мы сейчас разбежимся и все. Как тебя зовут? Аня. Анечка. Меня Вова зовут. Все. Анечка, очень тебе приятно. Всего офигенно. Давай. Мужу большой привет. Ну, я действительно в поиске. Я думаю, что ты найдешь. Ну все, пока. Все прям мужики на расхват, один за другим липнут. Что? Постой секунду буквально, я не как он, то есть я другой. Не, стой. Да, погоди, стой. А, со своим, что так все плохо? Ну, притормози 2 секунды, мы просто пообщаемся. Буквально 30 секунд, тихо. Я к тому, что мужики тут штабелями подходят один за одним. Каждый день так происходит или что? Офигеть. Так, да, слушай, а что так бежишь прям? Ну, представляешь, я может, не бежу, я твоя... Я. Не бежу. Не бежу. Может, я твоя судьба, вот, там, ты моя. Что ты рыжих не любишь, что ли? Нет, мне хочется со своими совсем пучком разобраться. Одно вражде будет, а одним... Хотя я еще не знаю, я еще ничего не предлагаю пока. Да нет, просто... Да, я тебе просто... пожелаю хотя бы что-нибудь хорошее. Я люблю просто контактных девушек, которые вот прям общаются, да, то есть... А если ты прям, ой, нет, то есть ты можешь вот так вот очечки? Нет. Ну, в глаза посмотреть, тогда пожелание не сработает. Давай. Офигеть, какие у тебя глаза. А как тебя зовут, кому желать? Молодой тихо. Человек, я пожелаю и пойду. Валентина. Офигеть, меня, кстати, почти как тебя. Это как? Меня Вова зовут. Ну, почти, да. Валечка, ну, как бы пес с ним, что, разбирайся со своими. Я тебе желаю, чтобы у тебя был один... Ну, нормальный чувак такой прям, любимый. Ну, просто я люблю, когда человек общается, а ты, получается, одной ногой стоишь я так. Все, мы сейчас тебе будем желать бобра, подожди, стой, сейчас. Не-не-не. Вова. Владимир, послушайте, просто... Викторович. Просто я за последние дни так много говорила и выслушала, что а я, не надо говорить, не в просто состоянии вообще впитывай. Даже общаться. Я специально иду в наушниках, я это делаю очень редко на улице. Ну, кстати, признак уважения большого, когда человек снимает наушники. Оба причем. Да, если просто один наушник, значит так себя, если оба, то... Ну, просто у меня нет силы, ничего, чтобы вообще с кем-то знакомиться, общаться. Я очень контактный. Слушай, ну я, короче, вот тоже, я люблю, когда человек прям вот, может, и в другой момент была бы более открытая, допустим. Но сейчас вот как бы я понимаю, что, допустим, человек не общается, да, но и должно вот что-то быть такое прям вот щелкнуть, чтобы ты понял, что вот это все, да, это она. Нет, Валечка, давай, чтобы не делать друг, сейчас мы попрощаемся. Не-не-не, это, кстати, очень важно, и тогда у тебя настроение будет офигенное. Стой, не, сумку проверь, вдруг я в кармане. Ничего. Пока.